Это стильная, неповторимая пончо, сделана своими руками, без швов, по боковому шву, нет швов, по плечевому, без плечевых швов, рукав только в точной рубашечный и к низу широкий, ткань не сыпучая и по рисунку обрезана эта пончо. Прекрасный вариант, прекрасный стиль, можно носить вот так вот. В раскрытом, очень красиво, так как здесь заложены такие фалды, склады, и очень удобно и комфортно в носке, и также это потрясающе смотрится, это неповторимый такой дизайн, это творческое вдохновение, и мне очень-очень нравится эта пончо. Посмотрите, какой результат потрясающий. Рукав рубашечный, только втачен в разрез ткани, и эта модель неповторимая. Мне так нравится. Это такой весенний-осенний вариант. Это дополнение к гардеробу. Прекрасный, стильный, модный пончо. Это потрясающая идея, и эта идея родилась, и я с вами делюсь этой прекрасной идеей пончо. И это эксклюзивное, неповторимое такое произведение искусств. Это просто великолепно. Мне так нравится этот стиль. И, во-первых, это длинное. Я не хотела делать короткое пончо. Обычно делают шьют коротким, но мне очень захотелось сделать таким элегантным, женственным и прекрасным. И я с вами делюсь этой прекраснейшей моделью. И также делюсь с вами своим творческим вдохновением. Это неповторимый дизайн и очень теплый. Это шерсть. Наполовину здесь 50% шерсти, и просто великолепная, теплая, удобная и комфортная. И если вам это видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И также сохраняйте это видео, так как видео очень много, более 1700 видео, и вам будет сложно найти то или иное вопрос, видео, который вам хочется найти. Лучше сохранить, и вы будете всегда знать, что у вас есть на ту тему, которая вас интересует. И очень-очень вам благодарна за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. И очень-очень желаю вам творческого вдохновения. И шейте с любовью. И если вам понравилась эта модель, вы можете также пошить, как и я. Делайте, как я. Делайте вместе со мной мой девиз. Желаю вам творческого вдохновения, хорошего настроения и мира во всем мире.